Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Power LDTI. Данный индикатор является перекрестным и включает в себя два разных показателя. Использовать данный индикатор можно как на малых, так и на крупных таймфреймах. А подойдет больше всего такой индикатор именно новичкам, так как правило для открытия сделки с помощью данного индикатора всего одно, но эффективность при этом на довольно высоком уровне. Одним из преимуществ данного индикатора является то, что он может использоваться на двух разных экспирациях. Это экспирации в одну или в три свечи от текущего таймфрейма. О том, как и когда использовать какую экспирацию, поговорим позже, а сейчас обсудим установку данного индикатора. Устанавливается данный индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4, и настройки остаются по умолчанию. Также, как всегда, в конце статьи вы найдете шаблон для данного индикатора, чтобы не настраивать график самостоятельно. Но если же вы устанавливаете индикатор вручную и у вас что-то не получается, посмотрите видео прямо в этой статье, в которой рассказывается, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь перейдем к правилам торговли по данному индикатору, которые рассмотрим на графике. И первое, о чем хочется сказать, это об экспирациях. Экспирации для данного индикатора предусмотрены двух видов. Одна свеча от текущего таймфрейма и три свечи от текущего таймфрейма. Чтобы понять, какую выбрать экспирацию, стоит обратить внимание на ваш торговый стиль. Если вы любите скальперские сделки и малые таймфреймы, то вам подойдет одна свеча от текущего таймфрейма. Если же у вас более консервативный стиль и в особенности если вы любите торговать на крупных таймфреймах, начинающихся от часового и выше, то вам подойдет экспирация в 3 свечи от текущего таймфрейма. Если говорить о правилах торговли, то как уже было сказано, они очень просты и правило всего одно. Для открытия опциона Call нам требуется, чтобы фиолетовая линия индикатора пересекла синюю снизу вверх и свеча закрылась, после чего и можно открывать сделку. Для открытия опциона Put требуется, чтобы фиолетовая линия индикатора пересекла синюю линию сверху вниз. И после закрытия свечи можно также входить в позицию. Также хочется внести важное замечание, касающееся флетов. Если вы наблюдаете флетовую ситуацию, как в данном случае, то открывать сделки не рекомендуется, так как данный индикатор будет давать очень много ложных сигналов, что приведет к потерям. Вот и все правила при работе с данным индикатором. И прежде чем перейти к реальным примерам, хочется сказать о том, что многие пишут нам, что мы пиарим лишь одного брокера под названием Pocket Option и не даем альтернативных брокеров для торговли. Но на самом деле это не так, и у нас есть счета почти у всех брокеров бинарных опционов из нашего рейтинга, так как никогда не знаешь заранее, какой ранее проверенный и надежный брокер закроется или просто перестанет выплачивать средства трейдерам. Поэтому, если у вас есть крупная сумма для торговли, то лучше распределить ее между разными брокерами, чтобы диверсифицировать риски. И сегодняшние примеры реальных сделок с помощью данного индикатора мы будем совершать через брокера бинарных опционов Binarium. И хочется сразу отметить, что совершать мы будем скальперские сделки с экспирацией в одну свечу от текущего таймфрейма. Давайте приступим к торговле и посмотрим, что из этого выйдет.
Как можно видеть, было совершено 3 сделки по турбоопционам, которые принесли $130 прибыли. Однако не стоит забывать, что использовать данный индикатор можно и с более длительной экспирацией, даже на минутном таймфрейме. Главное всегда соблюдать правила money management и тестировать стратегии и индикаторы перед реальной торговлей. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить интересные обзоры стратегий и индикаторов в будущем. Желаем вам успешной торговли!